16 июня. Проверяю отводки, куда подставлял маточники. Пока ставлю паузу. Маточка вышла. Только вот недавно вышла. Это у меня карника. Там смотрел, пока не вышло. Но для страховки дал еще один маточник незапечатанный. Только наполовину запечатали. Ну ладно, уже хорошо. Вторая маточка вышла. Мисочки я удалил. Ставлю паузу. Проверяю третий отводок. Маточник открыт. Вот внутри непонятно. То ли пчелка, то ли маточка мелкая. Ну, а сейчас рамки перелистаю и гляну. Пока ставлю паузу. Здесь маточка еще не вышла. Здесь у меня маточник открытый. Матку пока не нашел. Только вот рамку достал. Мисочки я уберу. Это получается у меня отводок во втором корпусе, разделенный пополам. С двух сторон два отводка. У каждого свой литок, специально дно. Ставлю паузу. А вот и маточка попалась мне. Это у меня тоже карника. Во втором отсеке матка еще не вышла. Здесь еще пока не вышло. Может, на днях выйдет. Проверю второй корпус. В первом отсеке не вышло. Во втором тоже не вышло. Здесь также спецдно. Ну, как-то так.